Две возрастные категории, 7 номинаций и более 80 участников. Муниципальный этап конкурса «Звездочки Уварова» вновь объединил в единое целое самых талантливых и одаренных детей города. Хотелось бы пожелать вам всем, конечно, победы. Победы прежде всего над самим собой, над волнением, над страхом, потому что вы все бесспорно талантливы. Традиционно самой массовой по количеству участников стала номинация «Вокального мастерства». В исполнении участников звучали как лирические песни о любви, родине, героизме, так и рок-композиции. Вокалом я занимаюсь с самого детства, с 3 лет. Очень люблю это занятие. Когда пою, я раскрываю смысл песни. Мне это очень нравится. Ну, песню я эту выбрала, потому что она передает мой характер, мою волну, исполнение. И, ну, я думаю, я справилась. Софья Еловикова не только справилась, но и смогла одержать победу в данной номинации в своей возрастной категории. Не менее ярким стало выступление и Анастасии Афончиковой, обладательницы награды за мастерство, поразившей членов жюри не только своим хорошим вокалом, но и полным соответствием выбранному образу. Нам некрасивые ботинки, белый катав метро. Я поделовкая, умелая, я очень-очень смелая. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Это в полной мере смогли продемонстрировать ряд участников конкурса, заявивших о себе сразу в нескольких номинациях. В их числе и Вероника Власова. Вот девушка поет. Вот она же демонстрирует свои творческие способности в изобразительном искусстве. А вот мастерски владеет словом в номинации «Театр одного актера». Неожиданно. Я зажмурилась и засмеялась от счастья. Эй, звезды! Держитесь крепко за небо. Как разбегусь, как подпрыгну, как достану самую крупную. Больше всего я надеялась на театр одного актера. Я вжилась в эту роль. Эта девочка стала частичкой меня, и я, думаю, хорошо передала ее чувства. И как итог, победа не только в этой номинации, но и за мастерское исполнение народной песни. Одной из самых зрелищных в рамках конкурсной программы стала номинация «Хореография». Несмотря на малочисленность участников, всего 2 конкурсанта, они с достоинством смогли продемонстрировать свой талант и приковать внимание всего зала. Лепка, квиллинг, оригами, роспись по дереву, канзаши. Таким обилием различных техник была представлена номинация «Декоративно-прикладное творчество». Из этого многообразия детских работ членам компетентного жюри необходимо было выбрать лучшее. Как всегда, эта номинация вызывает большой интерес у посетителей, потому что то, что сделано руками детей, это всегда очень значимо, это всегда интересно. Работы есть достаточно серьезные. Особенно нас удивили работы по росписи досок одного ребенка, где очень мелкая, точная работа и орнамент нанесен. В общем, мы очень удивлены, что так может сделать ребенок. Не меньший восторг у членов жюри вызвала работа и Киры Михайловой в технике канзаши. Большая корзина и 101 роза ручной работы. Я делала ее 2 дня. В феврале где-то у меня было у моей бабушки день рождения. Да. Я делала ее 2 дня. Сидела очень долго. Вот. Я так думаю, для бабушки был подарок. Да. Потрясло бабушку. Очень сильно. С
Свое мастерское владение техникой участники данной номинации, в том числе и Кира Михайлова, смогли продемонстрировать наглядно, представив на суд жюри свои новые работы. В этот день на сцене Дома культуры «Мир» были открыты десятки новых маленьких звездочек, которые своими победами в очередной раз доказали, что Уваровская земля полна талантами. Теперь многим из них предстоит пройти новый этап, представив наш город уже на областном уровне. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».